Здорово, пацаны. Чё там, как ситуация? Сегодня будет новые координации, сегодня будем по-новому как-то развиваться. И я решил присмотреться в сторону мелких сообществ, поэтому полотно было зачищено. Я не знаю, что там вам Жожа наговорил, но сейчас мы будем все перестраивать и отдавать территории. Да, я посмотрел, сколько просмотров за вчерашней трансляции, и чё-то подохуел мальца, слышите? Там 2 миллиона 500 тысяч просмотров, типа, за вчерашний день. Я чё-то в ахуе сидел. Дичь лютая вообще, полная. Такс. Второй координатор, девушка шефа, лежит на диване, дефает полотно тоже. Так, значит, смотрите, по поводу КБ, которые все, типа, лучше, типа, рак печени, чем с КБ, вы чё, ёбнутые, ребята? Во-первых, объединились по той причине, что они реально разнылись, что они не хотят участвовать. Поэтому вот эти мемасы, они были бы актуальны, поддерживать вот этот рофл было бы пиздато в этом году. Но их не было. Поэтому это неожиданный такой поворот, где мы такие, давайте с нами, бля, и они влетели, они играют. Понимаете, в чем прикол? А так, типа, они бы вообще в ПБ не играли, потому что, типа, тут стримеры одни. Ну реально, чуваки, сейчас никто влететь не может элементарно. Чё с Навальным? А это не наш Навальный, я не знаю, что с ним. Он за ночь отстроился. Боты решили тёлку убрать и отстроили Навального. Поэтому, в принципе, типа, пусть он стоит, он никому не мешает. Здесь будет олд, здесь будет еще кто-то справа сверху. Рисунки все, вот три рисунка остросоциальных. Бля, тут вообще какой-то пиздец происходит. Тут двач был, блядь, с КБ, и они вместе сейчас пиздятся там против фриков. Они причем фрики им ломают, блядь, и тут ломают. Блять, нихуя мои большие, ебанешься. А, они вот здесь хотят построить. Чё, дадим Майи слот? Почему нет? Давайте так, мы Майи здесь даем строиться, но только если они урежут, блять, свой лого, блять, ну как минимум в половину, потому что пиздец, они типа все вот это хотят занять. Там не только Майи, там МИД. Короче, там все универы, как я понял. Сейчас я в ДИС, короче, зайду, узнаю, блять, что там за ситуация происходит. Так, да. Здорово. Доброе утро. Доброе утро, доброе утро. Алло. Добрый день. Поспал сегодня как черт, блядь. Все руки, ноги болят. Алло. А, да. Жожа, я так понял, вот это ты, да, строишься с Мункасом? Да, но мне похуй, мне если сносят, типа, у меня пацаны не могут строить, типа, вот эти, которые ничего не строят, нахуй. По поводу универов. Они там все объединились, и мы их уже три раза двигали. Они хотят построиться там, где сейчас показал. Да у них здоровый арт, пиздец, чувак. Так там все вместе уники, там не один Майи. Вот там Майи, МИИД, блять, МИФИ. Там Плитех, Бонч, все на свете. А давайте им разрешим построить и напишем ПТУ справа жирными буквами. Вот тогда я согласен. Да, блять. И стрелочку на мои, блять. Вова, ты знаешь, что Магнитский сделал? Че? Он, короче, взял фиолетовым цветом этот лентача, напал на двач, и типа крестятничество ебаное сделал, блять. Вот тебе клип кидают. Давай посмотрим. Тихо. Хесуса сносить нахуй. Бля, еще один Хесуса сносить будет, блять. Пизда тебе, блять, Пукич. Я тот самый самокат, который подвел. О, можем. Мы можем... Не, давайте цветом лентача, слышите? Закрасим его. Бля, Макривский, цветом лентача какую-то, блядь, двухпиксельную хуйню закрасил, блядь, сидит радуется, блядь. Это хуйня двача, понял? Они, типа, хочешь, типа, так на двач подставить, типа, нас. Не-не-не, я с двачом, ясно, с двачом нормально, блядь, если что. Так, короче, ребята, давайте, блядь, пока с Майи определимся. Значит так, заливаем вот от вот этого до вот этого угла, получается, голубым. Я еще раз говорю, не надо писать «нет», блядь. Мы будем выделять арты другим маленьким сообществам, чтобы все уместились. Это в первый день я вчера орал, что типа, бля, нет, никому ничего не дам, блядь, бла-бла-бла. Потом понял, что никто уступать не будет из фриков. Решил стать добрым. Ну, короче, плохой и хороший полицейский, я буду в роли хорошего. Так, и еще вчера был, типа, Лагода инсайд бросил, что типа ВК сейчас думает, надо ли продлевать Pixel Battle или нет, потому что они охуели от того, какая в этом году активность. Типа, они не знают, типа, оставлять или нет. Я вот, бля, публично заявляю, что каким надо быть додиком, блядь, чтобы понимать, ну, чтобы вообще хуйню вбросить, что это не нужно, блядь. Люди каждый год готовятся к этому, блядь, собираются. За месяц, даже за два месяца, они думают. Над артами, блядь, над союзами. За два месяца. Это, блядь, объединяет, пускай срачи там какие-то происходят, да? Короче, к чему я? И к тому, что это людям надо. Это людям надо, это люди ждут. И типа вот так вкинуть о том, что Pixel Battle последний. Понятно, что это типа неофициальное заявление, да? Но мы никогда не узнаем, типа, правда это или нет. Но таких вообще вбросов не должно происходить в принципе. Блять, а что тут происходит? Можете мне ответить? Тут пиздят фриков, я не знаю кто. Так, Бунт говорит, давайте снесем левый арт 2020. Я тебе говорю, зачем, типа, вы уже отметились, вы есть, и, типа, просто можно было как-то вместе с 89-м объединить в один арт и перерисовать. Вот эту зону, типа, забирайте они себе, сами... просто два в одном сделайте.
Или вон, они уже рисуют, кстати. Стой, не-не-не-не. Вон, там рисуется на лого, кстати. Ребят, я думаю, вот это надо, вот это надо убрать. Давайте закрашивать это все вот нашим цветом фирменным, вот это вот. К вечеру сегодня мы будем поджигать динамит, ребят. Который будет гореть на протяжении всего пиксель-батла. А я думал, что это в конце. Не, в конце он взорвется и разнесет полотно посередине. Не, Винди надо еще посмотреть, что хочет нарисовать. А, ну у него маленький же. Он маленький вообще очень. Прям кошмар какой маленький. Его где-то надо... А где это? Было нарисовано, что ли, на полотне уже? Это было на давге слева. А, и мы его снесли. Mm-hmm. Ну, типа, если пихнуть, давайте его вот сюда надо пихнем. Я не знал, что это он, чуваки. Вот тут он будет строиться. Только надо понять, какой он по размеру. Растером, блядь, надо тоже. Короче, территорию, ребят, надо вот так пополам, поняли, поделить. Вот так пополам ровно. Так, красавцы. Красавцы. Есть, разметка есть. Вот. Почистите ровно, держите пока что эту точку. Так, блядь, вот... Ой! Ёбаный рот, блядь, ну почему именно сейчас, нахуй, ремонт начался, блядь? Короче, ладно, ребят, придется терпеть, блядь, если слышно, а её слышно наверняка. Вот так, по-моему, было. Давайте, пацаны, рисуем вот это. А, Вова, короче, да. Сейчас начнут эти захватывать фрики КБ и справа часть, где вот это вот бесконечное лето. Бля, пусть они арт отстроят какой-нибудь для начала. Слушайте, короче, не мы развязали эту войну. Рисуем пока что вот этот артик. Чё тут происходит? И опять же, видишь, опять же, типа, вообще, ну, невозможно, блядь, просто понять, вот, блядь, где их рисунок. Он утром был. Они стерли его сейчас сами. Непонятно зачем. Трогать, не трогать, пацаны, такой вопрос интересует меня. Пока, давай ты просто пока поможешь задефать двач. Да, пацаны, сделайте зону и пробуйте просто желтым бахать, типа. Не атакуйте фриков, но вот эту зону попробуйте просто задефать желтым. Залейте фоном. Не, ебать, жестко, жестко. Все, подпускайте. Майи отстраиваются, хорошо, все. Так, блядь, плывет, думаем. ЧДК просится. Давай так, вот тут ЧДК строится, вот тут растеров разместим. О. Да, я... Арт не тот. Нужно есть в комментах под последним постом. Вы мне не тот арт дали рисовать для Винди, блядь. Оля! Да они резко придумали, уже новый там арт сделали. И он довольно-таки приличный. Ну они хотят вот эту вот большую, типа, зону. Да. Ну так а скинь, дай посмотреть. Там желтый фон. А, потом да, потом заспамим желтый фон. Сейчас я скину. Ребята, я прошу вас, я выделяю вам место, помогаю застройкой, но вы, в свою очередь, при случае чего, помогаете мне, вы поняли? Взаимовыгода. Я вас сейвлю, типа, на своей территории. Вы мне помогаете, в случае чего. Давайте вот это вот надо фоном, короче, желтым завалить. Послушайте, сейчас блядь, слышно? Да, здорово. Здрасте, извините, я просто хотел спросить, заруба будет сегодня? Так это, блядь, у начальника своего спрашивай, блядь. Это как бустер. У меня нет начальника. 5 часов пиздим фриков, блядь, пришел. Да, да, 5 часов все пиздим фриков, блядь. Не, ну я просто... Или у вас этот, чисто вы, ну... Арты там вот это все. Слушай, если кто-то из вас прыгнет, да, будет война. Я так скажу. Вот это супер, это супер. Давайте, постройте, можете построить хоть что-то. Да, Вань, постройте хоть что-то мы могли рушить. Типа. Так они, не, смотрите, они строили, во-первых, да, но они потом, ну, решили снести. Просто, я не совсем понимаю, это ж просто стратегия. Ну, хотят строят, хотят не строят. Это же война, пиксель батл так называемый. Да, да, просто, Вань, просто вы сейчас настолько всех заебете, блядь, что последний день, типа, вы будете, блядь, сами дефаться от всего вообще, что есть, потому что вы занимаете место и нихуя не строите, типа, абсолютно. Может быть и так будет, но посмотрим, как пойдет. Ну, типа, я понял, Вань, ты тут? Да-да-да, я, короче, гасите этих фриков, чё? Нет, типа, такой дешевый вкид, мне не нравится, дешевый вкид. В смысле, это не вкид? Да нет, я на самом деле за ПВП просто, вот трили. Я вчера ПВП, подливал масло в огонь туда максимально, тоже. И смотри, все окей, Вань, было. Вань, я тоже за ПВП, но пиздеть как бы не строить, блядь. Типа, прикольно так... нихуя не иметь территорию и просто все ломать, типа, классно. Да, ну подожди, но территория же по факту есть, нет, есть. Нет, арт они начинали нет, делать? Нет, начинали? Нет, да как-то. Ну вы не будете его устанавливать, вам будет похуй. Будут. Просто элементарно. Не-не, смотри, я тебе могу объяснить, они начали ночью делать, да, и причем у них была плохая сетка, то есть я вообще не понимаю, как эти бедолаги рисовали этот арт, то есть так только вот сейчас они... Да, даже несмотря на это, я не понимаю, они всю ночь как-то умудрились неплохой сделать, у них сетка вообще была, ну, очень неудачная. Они сейчас сделали нормальную сетку, вот они решили все убрать, потом будут заново делать. Сетка. Да нет, ну, слушай, Вов, я не совсем понимаю этот аргумент, 25. Да, что не имея рисунка, нельзя ломать другие рисунки. Удалена. Тут, смотрите,
я никого не осуждаю, никого не одобряю. На войне все способы хороши, да? Но вы по факту, правильно я понимаю, вы поступаете как КБ, блядь, в свое время. Ну, я не знаю, как КБ в свое время поступало. Ну как, просто заливает все нахуй черным фоном и идем ебашить вообще все полотно черным фоном. Просто пойми, типа, люди это делали для того, чтобы это висело как картина. И типа, люди нахуй не будут приходить в офис ВК и смотреть на пиксели обычные, нахуй. Да, ну давно не вешается уже, нет. Там первая вещь, ребята. Она вешается, нет, она вешается. Просто смысл того, что вы вешаете обычные пиксели ебаные, которые люди будут приходить и смотреть на картинки, а не на пиксели, блядь, какие-то белые и черные. Поэтому, блядь, люди просят, чтобы что-то рисовали. Смысл, блядь? Никто вот не спорит, именно, что это ваша стратегия. Вообще никто не да, спорит. Да, эта стратегия, она работает. Она ты просто дезориентируешь противника, ему тяжело восстанавливать и так далее. Но я соглашусь с вами, что это будет не круто, если финальный холст будет куском говна. Я тебя понял. Вы хотите потратить один день на пизделку, а отстройку на завтра. Посмотрим по ситуации, Вань, в любом случае. Сейчас, блядь, придет бустер, блядь, и опять хуйня какая-то начнется. То есть, блядь. Так что это... Я ожидаю, что будет что-то, блядь, пиздец какое хуевое, но я ожидаю. Так, князь, летаешь, типа, этот арт вообще, блядь, должен быть где-то... А сколько он на сколько пикселей? Зацените, типа, как, блядь, уместить всех, и чтобы было нормально и не обидно. Да, вот. Мы, типа, все вместе и держим лентач в руках. Передовая так. Информация, что, в принципе, такое два варианта есть. Какие? Либо мы переносим двач и КБ вот в сторону, где сейчас вот это все происходит, и они тут вдвоем реально уместятся. Давай. Потому что фрики их снесут. Либо можно подвинуть Навального, чуть-чуть поменьше его сделать, он реально большой. Вот этого молодого, типа, я бы оставил, он охуенно большой, он заебись, а Навального я бы сделал поменьше. Но этот вариант мне нравится меньше всех. Там пони предлагают объединиться с Хесусом, но они опять их тогда Амакас снесут. А куда им Амакасов делать тогда? Если нет, можно сделать так, но это нужно вести переговоры тогда с тестерами и с Амакасом. Типа, Амакаса-то мы поможем перестроить, это будет быстро, потому что, ну, арт простой. Маршал Владимир Братишкин, есть важный вопрос. А может нахуй их, блять? Вы все... Радикальщина. Тоже хороший вариант, да. Бля, ну типа это выглядит реально охуенно, но вот, блядь, согласитесь. Вопрос, а как вы это дефать собрались, блядь? Но, да, если будут рушить, пони подписываются на то, что типа их вообще ничего не восстановим, если будут опять на башню прыгать. Они будут. Вы заебетесь, блядь. Потому что типа пришел, блядь, Пукич и сказал, будем Хесуса вытеснять. А, ну тем более, камон. Мы сейчас вообще нихуя не отрисуем, не восстановим. Короче, если пони как-то обговорятся, блядь, с тестерами, и Монкас должен обговорить с тестерами, пони должны обговориться с Амакасом и тестерами тоже. И вместе прийти к общему какому-то заключению. Пов, там все паблики по киношкам объединились, и они просят маленькую территорию над универами. Где? Там над универами. Над универами, ЖКБ и... Да, над универами, да, что? Блядь, вообще никак. А пусть универы будут. Подожди, а стоп, погоди, пока. Пока, не, мы разместим им тоже, блядь, если паблики с киношками объединились, прикольно тоже, чё нет. Я кинула в секрет-чат, они хотят мемного Гослинга построить. Сейчас я... Мне просто нужно, чтобы князь перетер, блядь, с КБ и с Двачем одновременно, и тогда инфа будет какая-то. То есть вообще территория пока зарезервирована, так, знаешь, отложена просто. Путин превратился в не знаю кого, блядь. Можно поправить его, пожалуйста? Ёбнулись, блядь. А мне он так больше нравится. Миша, ты будешь говорить, что он тебе так больше нравится на своих стримах? Я еще хочу пожить. Я еще хочу пожить в этой стране, понял? Мне не нравится. Ждем. Олд, короче, будет красивый, ребят, и он будет выглядеть вот так. Милый шарик. КБ заезжает сюда, Двач пока остается. Понял. Так, КБ заезжает. Все, КБ переселяется. Самое забавное, что всегда на всех пиксель-баттлах я потом в конце начинаю распределять территории как-то между всеми, что-то, блядь, находить общее, понял? Это самое забавное. Вот это самое интересное. Это так же интересно, как война, например. Двигать арты, там, договаривать кого-то, объединять, чтобы кто-то что-то придумывал в конечном итоге. Как Папа Римский, блядь, знаешь? Бля, киношкам место. Окей, все. Все остается так, как есть. Пони пошли нахуй. Вот это стираем. Пони, вы вот заебали. Это по-нашему. Вот это по-нашему, нахуй. На Амакасами стираем. Отдаем, короче, Теру красной рамочкой только. Ура, граничной. Шеф. Вот там будут киноки строить. КБ новость чекни сейчас. Вот, они там еще и арт будут рисовать. Короче, вот эту штуку, ребят, надо, значит, помочь. Надо вот так вот закрасить голубым цветом все. А что это за, блядь, хуета тут вылазит, слышите? Вот это, блядь. Тримкрафт? Не знаю, не обговорено. Это сервер ложки, блядь. Не обговорено, блядь. Цыглы? Цыглы? Сука, прогоняем нахуй с нашей территории. Все. Блядь, ебать, у них танк. Зайди мне штуку в правом верхнем углу у лентача. Танк.
А я не знаю, но это арт. Это тоже арт какой-то. Это для меня построили. Это мы строим, алло. Все норм. Да нет, я к тому, что это в принципе. А я не знаю, блядь, что это. Короче, ребят, значит, тема такая. Это вот эти КБ. вот эти штучки, руки вверх, это не просто так. Когда будет динамит гореть и взрываться, они будут орать во славу сатане, типа. Типа, поняли? Прикол такой. Там молда такого же делали. Да, и типа и олд слева тоже будет с ручками такой, типа. Блять, эти вера в прошлом году, а именно мои, захуячили четверых моих собак. Нель, ну извини. Что теперь поделать? Универы захуярили твоих собак. У меня обида. Ничего, Нель, Сегодня ночью, им пизда. Джоэн, тебе пизда, если ты сломаешь. Что за хуйня, типа? Почему, блядь, су-шеф, значит, спорит с командованием шефа, блядь? Блядь, мне просто не нравится универ, вот и все. Я не говорю, что это плохо. Поэтому ты быдло такое ебаное. Я закончил их, нахуй. Кого ты там закончил, блядь, расскажи. Мои я закончил, вот эту Э. Где Э? Видишь, с моей рядом. Вась. Справа. Ребята, если не хотите быть таким быдлом, как я, не заканчивайте мои. Не заканчивайте, как говорится, пацаны. Я как-то мимо мои проезжал, такой думаю, блядь, а я их сломал в прошлом. О, фрики что-то строить начали, слышишь? Они восстанавливают то, что была ночь. Ночью был прикольный рисунок. Бля, у нас прикольные артики, слышишь, вот тут. Бля, ну заруба вчера была легендарная. Я даже скучаю, сука. Чё там, блядь, оры какие-то, ну-ка. Стойте все, пожалуйста! Стойте все! Стасите! Стасите! Я не хочу, блядь! Пожалуйста! Убейте, блядь, вот эту хуйню всю разноцветную, блядь! Прошу вас каждого! Приложите усилия всей своего дома, блядь! Скачайте своей матери на телефон эту хуйню! И Пиздец вообще. Как сейчас этот момент не видел? А я видел. Знаешь, рок такой в тайминг, блядь. Стадия, блядь. Так, новый арт для Among S. Алина, мой менеджер, проверьте, пожалуйста, почту, что они предлагают. Он более узкий? Они хотят поменьше его сделать? Бля! Чуваки, ну вот это, кстати, более прикольно, если типа они хотят сделать свое. Вот это больше их символизирует, как паблик. У них же паблик с такой аватаркой. Там качок такой, типа. О, ебать! Кайф, давай. Давай теперь делаем, давай. Вот это ништяк, кстати. Давай. Так, я сейчас наложу, но он будет уже, поняли? Мы должны по правому краю, вот так как-то его делать. Сделайте фон белым. А я бы сделал темный фон. Сначала. Фонтовку. Кстати, хорошая идея. Давайте сделаем доработанную версию. Давайте попробуем черный фон, но обводка вот этого импостера белая, будет круче. Давайте, ребят, черным фоном все заливаем. Во, поперло, молодцы, пацаны, справляйтесь. Ой, ебать, красавцы, а смотри, белую водку начали заливать уже. Кто у нас слева от импостеров? Я душе не буквально. Видимо, Манурин, блядь, судя по первым буквам. А, да-да, Ману, да-да-да. Мануэль вообще там строится. Бля, я ебал, прикольно нахуй фрики придумали, блядь. Я просто похлопаю. Я, конечно, сейчас, типа, ни на что не намекаю, блядь. Когда они сносили Мануэля, они сказали, типа, все обговорено. Я еще подумал, с кем обговорено. И они запихнули Мануэля на мою территорию. Охуенно вы обговорились, блядь, ребят. Пизда-то опять, блядь, как обычно, нахуй, сделали, красавы. В стиле, блядь, фрик-склад. Не надо сносить его, пусть останется просто. Но так не делается, блядь, вообще абсолютно. Во! Нормалды, им нравится, нет? Круто сделали, чуваки. Смотрите, что у вас получается. День чихал. Он вообще, по-моему, один в один. Только у него плечи чуть пошли. Ломака. О, ну более-менее уже, кстати, вырисовывается. Я думаю, они уже сами там, слышишь, отрисуют. Мы типа контур хорошенький нарисовали, но он крутой вышел, круче, чем был. Да, охуенно. Ебать, чё за трэш, блядь. Ну это типа 2075 год. Двач хочет забанить бустера. Да они всех пытаются забанить. Привет. Бля, двачи, ребята, не рисуйте, блядь, во запретку, нахуй. Вы же, блядь, не только, блядь, тех, кому насрать хотите, забаните. Если у тебя стрим, вообще не смотри на фриков, потому что у них постоянно там банворды высвечиваются, да, ботами. Да, там двач, блядь. И свастика. Окей, я понял. Во, олдик красивый какой, зацените. Ништяк рисуют, пацаны, вообще красавцы. У меня сами уже, они автономно все делают уже. Они фугу хуярят. Да. Да, начали башить фугу. Все, не-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 
остались, нахуй. Сейчас просто... А кто ебашит Silver Name? Нет, это ебашит Бустер. Я прям уверен. Его почерк, блядь. Чуваки, для того, чтобы он охуел, рисуем оранжевым цветом, чтобы потом пчелок было проще вырисовывать. Это для Silver Name. Пугу, типа, для Silver Name. Нихуя, блядь. Нихуя, вообще похуй. Нормас, пошла, блядь.
Пошла Габелла. Бустер горит везде. Горит? Опять они пришли, блядь. Он такой, какая разница, что ломать, но все равно нихуя нет, блядь. Сидит в панейшем лицо, блядь. Здорово. Ребят, я не знаю, ну вы уже, наверное, в курсе, сори, я прям быстро. В правую нижнюю часть, где арту фриков, туда не приводится. Да-да-да, спасибо, это мы уже в курсе. Там какие-то уёбки, да. Это 2 чи, короче, это там бустер, блядь, вкидывает, что это якобы мы послали. А вот я не мог найти инфа, они точно, ну, точно это 2 чи? Это точно 2 чи, да. Потому что это они с вами пиздились-то, они там строились. Мы им предложили территорию, они ломаются насчет нее, они еще ничего не приняли. И сидят там, блядь, сюрки нарисуют. Причем я призвал, я говорю, типа, вы же, блядь, ну всем нахуй ломаете все. Да это полная хуйня, конечно. Да это вообще, какими нужно быть людьми, чтобы вот такое делать? Это 2 чи. Ну ладно. Это 2 чи. Чего ты от 2 чи ждал-то? Я ж тебе это, Сайдер, я ж тебе не говорил, блядь. В 2018-м меня хотели порезать, блядь. Я на тред с Pixel Battle прошел, блядь. Угрожали, блядь? Нет, там на треде, блядь, писали, давайте нахуй его зарежем, блядь. Я такой, чё, блядь, вы чё, ёбнутый? За Pixel Battle, да-да-да. Я такой, типа, ну, блядь, это 2 чи, хули. Анончик написал, как. Ну ладно, все, ребят, хорошо. Давай, спасибо. Давай. Блядь, 2 чи на связи. Я говорю, 2 чи. Я нахуй не союз со стримерами справа. У нас с ними, блядь, война нахуй. Напряженное отношение. Вы строитесь справа. КБ мы перенесли. Мы предлагаем вам перенестись в эту нахуй зону, блядь. Пока ее не вот такую, блядь, правда, она уменьшилась. Вы, блядь, чем больше думаете, тем меньше зона становится. Здесь вас не тронут, блядь. И мы будем дефать вместе с вами друг друга. Я говорю, рисуйтесь тут. Это единственное место, что осталось, блядь. Слушайте, исправьте Путина, пожалуйста. Да это, блядь, с чего вы взяли, что это вообще Путин, типа? Ну, мне князь пишет, если МВД придет посылать к тебе или к Вове. Это как... не надо. Тебе, блядь, ваша идея. Можете ко мне послать. Типа, он в очках. Ну да, они не доедут просто. Это уже не Путин. Раз он в очках. Кстати, мне тут бросили инфу, что вся банда Ютуба это Кофер, Варпач, Фрэш и еще какие-то 9 человек. Будут большую Теслу строить. Да, да, да. Да? Это шутка сейчас, я пошутил. А я не шучу. Они реально Теслу будут рисовать. Банда Ютуб, ничего, банда Твич. Да ты Тесла Варпача. Ёбнул Теслу Варпача. Я знал, вот придется ёбнуть реально. Под этот трек, кстати, можно будет. Павер еще, скорее всего, к Авилону присоединится. Ну, блять, у них там есть место, где рисовать. Хуёво, что, типа, присоединится, и из-за того, что не присоединяется, они, блядь, вас, ну, они смогут на полных правах, утиных, блядь, сказать, типа, хотим место. Что вот Эвилон будет делать, у меня такой вопрос. Посмотрим. Блядь, да, я понимаю, админ понял то, что, блядь, вы хотели все по-доброму, блядь, так все люди уже политику помогали кому можно, могли вместо похуйсищ сноса договорились, переносили. Нас постоянно стирали стримера, а мы восстанавливались. Стрэйвард на 10-летний юбилей фэндома, так, который очень многое значит для людей годами, находящихся на нашем фэндоме. Стрэйвард, который на полотне почти нет. Знали, что Хес будет под нами, и что наши границы совпадают один в один, решили... К чему они ведут? Ребят, похуй. Не в обиду, блядь. Ну, типа, ну а что сделать-то? Опять Хес все атакует. Угу. Бля, кстати, посильнее уже. Блядь, стоп. Что-то какая-то Хеса ебашит. Короче, да. Пони, такая хуйня есть. Предложение. Импостера мы сжимаем и двигаем на Мануэле, над Мануэлем. И здесь придется ваш арт урезать вот так вот по импостеру, и вниз уже переходит к Хесусу. Только так это можно сделать. А, блядь, нет, там же Кинохи еще. Как мы его дефать будем? А, я забыл про Кинохи. Так вообще, Кинохи это одно, а как мы дефать? Если они хотят тот красивый арт, как мы его дефать будем? Блядь, всем не угодишь, что вы не сможете. Нет, вы не сможете. У них реально красивый арт, без шуток, самый из. Окей, но как его дефать, если будут ебенить постоянно? Пусть они сделают полегче, сделают слева от импостера. Это не бустер, говорят. А кто? А кто это туда влетает? Так неплохо даже. Кто Хеса пиздячит? Есть информация? Инфа с поля боя. Сильвер? Это Пукич, наверное, да, он же обещал влететь. Вообще сейчас спамит бустер. Бля, нихуя не, блядь, такие, типа, пишем не бустер, блядь. А. Чё? Пони, переговоров не будет, блядь. Что случилось? Это не бустер, Хесса, сейчас, ребят. Мы поняли, типа. Мы можем. Нет, это аудитория вбрасывает, забей, типа, в две стороны. Это просто, знаешь, типа, когда спрашиваешь и сразу весь чат летит. Да, нет, ну я просто, чтобы точно вы увидели. Да, 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 все норм. Но атака была похожа, как вот сейчас 2 чи стал бомбами делать. Короче, суть в том, что если 2 чи 5 начнет вот эти сюрикены делать, то мы будем со всеми абсолютно стримерами объединяться, чтобы, ну, в знак солидарности вообще их арт нигде не на полотне не пропустить, Бачевский. Вообще нигде. Потому что это последнее дело. Бомбы, боты, скрипты, что угодно.
угодно. Гасите как угодно, но не вот таким способом. Пони говорят, Вова, ботовод Мартышкин. Так, значит, они говорят, что всю хуйню строят, и без Вовы ничего не сделали бы никто. А они типа сами всем помогают, и вы им обязаны теру. Ну, это так, просто. Вот именно поэтому не будет переговоров. Мы не будем сносить, но переговоров не будет. Информация, кстати, от одного из пабликов, которого мы перенесли. С кем они вели переговоры, кстати, сами. А он сказал, что можете идти прическу. Чат, если вы хотите прямо сейчас стартануть, можете идти и прическу Хесуса пиздить. Это себя. Не, отдыхай, блядь. Влад, отдыхай, блядь. Не позволю. Фугу, пиздячит. Будем фугу помогать желтым? У нас нет с ними союза. У нас нет с ними союза, мы просто типа помогаем сейчас. Они же ебанутся отстраивать это все, этих рыбок. Да, это, блядь, ну это еще плюс не арт. Че там у фриков это пиздец? Чел, я не знаю, блядь, у них битва, блядь, сами с собой, блядь, они воюют. Мы даже уже не воюем, да, мы не воюем, там сами люди, начал, блядь. Он начал гасить фугу такой, да, давайте ебашим, смотрит на свое полотно. Не, там это как-то, это низко, блядь, что-то хуйню какую-то они там наделали у нас на территории. А это фуги их так разъебали? Нет, это все вообще, пока бустер отвлекается, они там строят хуйню. Нет, ну это низко, блядь. Хелпани, пожалуйста. Так, ребят, нужно бунт дорисовать. Там как кто-то зелеными пикселями все хавает, блядь. Ну, там, короче, этот, блядь, Пукич сейчас прилетел, пикселем. Сейчас будет. Алло. Куда он прилетел? Да, я понял. На башню мою. Хуяли Пукич вообще на башню лезет? А его попросили. Его, короче, ему заказали меня. Хуй знает кто. Возможно, вел он, я не знаю. Все, он начал, да, все, он начал это ебашить. Дефаем башню. Не, что-то вообще не чувствуем. Дефаем хисю. Короче. Инфа прям вообще, прям вот с пылу с жару, блядь. По Эвилону. Вопрос, почему человек не строится? Человек ответил, что из-за того, что мешает двач, и нужно, чтобы, блядь, все полотно справа было их, и все перестанется с конфликтами у нас только тогда, когда дадут рыбок. Каких рыбок? Которых дефали мы. И тогда все конфликты закроются вообще. Короче, давай так сделаем. Если сейчас двач не выкупит, что нужна им эта тера или нет, я ее отдаю. Вот эту. Двач, давайте, даю вам 5 минут реально. Атакует Хесуса от бустера. Они все вместе на поле. Ну давай. Да. Короче, давай рыбу, как я понял, мы отдавать не будем, правильно? Чуваки, сейчас все на Хесуса. Пусть строит, что строит. Вместе бустер напал, вместе с Сильвернеймом. Погнали, блядь. Заморозку кидайте, вот эту вот, пусть не ставят. Да, заморозки да, используйте, да. Которые вы сохранили. Не твой уровень, дорогой, на блядь. На лицо накидайте заморозок. Тут такое дело, короче, сейчас Пукич переговаривает с Эвилоном, они хотят полностью сносить Хесуса. Неважно, похуй! Сколько их, блядь! Это не есть хорошо. Похуй, ебем, блядь! А дуплились двачи или нет, мне интересно. Не, они вроде еще морозятся там. Ну ладно, 5 минут прошло. Совет Геймс, да, можно. Зачистите, да, вот эту тему. Они берут слева от импостера. Все, взяли? Да. Ладно, Совет Геймс откат. Пиздец, секунда в секунду, бля. Вообще после этого нужно было сказать, все, поздно, но... Ладно, так уж и быть, с ними лучше, бля, не воевать. Совет такой, блядь. Бля, чел, смотри. Они не вывозят вдвоем, блядь. Ребят, опять сильные мы, ебаный врат. Сильвернейм хочет вместо Хесуса нарисовать. Не, не получится. Сильвернейм, вот тут получится все, брат. Вот, смотри, какая территория. Просто посмотри, типа, это все мои владения, вот. Я тебе разрешаю тут строиться вообще в любое место. Ну так двачи будут рисоваться или что, я не понимаю. Так, что-то нихуя не понял, блядь, ну-ка. Блядь! Чё, какашки под дверью сейчас будут? Нет, двач, вы чё, ебать, алло? Вы чё, двач, блядь? Если они будут рисовать арт, умрет часть КБ, умрет Майя, Раст, умрет Форзен Бой, умрет Навальный. Ну, на Майя похуй. И египетская сила тоже помрет. Не, блядь, походу и мы воюем, блядь. Я так понял, это отказ, блядь, в территории. Чё говорит бустер? От бустера, ну-ка, сообщение. Единственная помощь Бартишкина, которая нужна, это просто пусть скажет паблику, чтобы они не рисовали хуйню, все. Дефти Хеса, блядь. Так, блядь, типа, чуваки, я же и не говорю, что там рисовать, блядь, я же рофлю. Только это, блядь, уже пизделка, типа, конкретно сейчас двачи и их, ну, про ботов. Так, а я что, я как будто я, блядь, влияю на них, чуваки. Дефаем Хеса, там павер, блядь. Да, хочет сделать из него яйца. Бля, ребята, такие легкие все, ебаный рот, блядь. Ну не тянут, пацаны, вообще. Хоть 5 ебал уже можно объединиться, не тянут просто. У них координации надо... между собой даже нет, те, кто ломает. Они по очереди ломают. Надо они... молстроя, ребят, надо молстроя. Да. Казино на Хесусе нарисовать. Медали, да. Не твой уровень, дорогой. Не знаю, не запоминается. Блять.
кино что-то вообще не могут использовать никак. Ну я говорю, в паблике картинка, подсобите им там. Что с кино делаем? А что с ним? Кино двигать левее, пони отрисовываются тогда вниз. Более-менее артом, который их устроит. Короче, у пони есть два варианта. Либо они займут территорию, которая слева, перенося, блядь, свой пони, блядь, на левую часть, где отрисовываются какие-то ноги с белым фоном. Своим, типа, ВК-ком, где написано. Либо мы переносим, получается, кино налево, и у пони и кино, по идее, вмещаются. Ну, по идее. Давайте так и сделаем. Нехуй сидеть, блядь, пердеть. Короче, делаем так. Белым. Желательно и вниз, чуваки, вот так вот тоже. Я хотел спросить, Вов, вас беспокоит Глеб, это ты с ним не общаешься? Это из кто? Лача? Глеб. Нет, кто? Значит, левый тип какой-то. Не, я просто хотел уточнить. Они про Сюрикены пишут, что это, типа, инициатива Братишкина, но... А, да, расскажешь, блядь. Я, блядь, человек, ну, не, который будет призывать... Я ж первый бан улечу, дядь, ты чё? Да, блядь? Естественно, да, засланный казачок просто какой-то. Все понял, все, все, спасибо. Жалко, что ты так подумал, глядеть. Инсардер, братан, ты... Нет, 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 я не к этому. Я к тому, что если бы ты с ним переписывался, понял, да, то он, типа, ну, тебя кинуть решил. Вот я с какой новостью. Нет, я, блядь, не знаю, кто это. Братан. Не. Не. Хватит помогать строить. Да, бля, я типа не знаю. Я просто, типа, я не хочу на месте Хесуса, если что, делать просто арт. Типа, в идеале вот это место использовать, потому что это место свободно просто. Но суть в том, что я хочу снести Хесуса. Я не хочу там что-то построить, я просто хочу разъебать Хесуса. Все, тут других нету. Блять, да все хотят разъебать Хесуса, блядь. Не получится, блядь. До Талова будем ебашить, не отдадим. Блять, это пиздец, заху. Ёб твою мать, блядь. Чат до Талова будем ебашить, блядь. Че им Хесус-то сделал? Ты, блядь, Хесус всем насолил. Ничего не сделал, но насолил, блядь. Боятся, значит, уважают, господа. Как будто он всем дорогу перешел, блядь, несколько лет назад. Прям